Thank you.
Политическая ситуация. В период после Второй мировой войны до 1989-91 годов Европа была центральной ареной холодной войны между западным капиталистическим и восточным капиталистическим блоком. Большинство стран Западной Европы в военно-политическом плане объединились в рамках НАТО. Социальную и правовую интеграцию обеспечил Совет Европы, экономическое европейское экономическое сообщество. На востоке континента военной интеграционной структуры выступала организация Варшавского договора. Экономический Совет экономических взаимопомощи. Большинство стран бывшего социалистического лагеря переориентировались на западные структуры. В настоящее время более половины государств Европы входят в состав это создало предпосылки для превращения Европейского союза политического игрока в глобального Великобритании и Италии. Заметную роль в интеграционных процессах играют малые страны Западной Европы. Страны Бенилюксов, Скандинавские государства и Ирландия. В значительной мере выигрывают от развития не урегулированы конфликтные ситуации, возникшие при распаде Югославии. Неясным остается политическое и экономическое будущее бывших советских республик. Неоднозначно отношение в Европе, стремление к преимуществам мусульманской Турции, большему участию в европейских делах. Основные международные объединения Европы. Страны Европы являются членами различных международных организаций, большая часть которых организации экономического и политического характера. Основные международные объединения Европы. Совет Европы, Европейский Союз, также в рамках Европы существуют следующие объединения. Еврозона, Шенгенская зона, Таможенный союз, Европейская экономическая зона, Европейская ассоциация свободной торговли, НАТО, Бенилюкс. Географический центр. Расположение центра зависит от определения границ Европы и главным образом определяется выбранной методикой подсчета, а также тем, включаются ли удаленные острова список крайних точек Европы или нет. Таким образом, название географического центра Европы претендует несколько мест, расположенных в целом ряде стран. Украина, Литва, Латвия, Словакия, Германия, Польша. Книга «Реформа Гиннесса» признает Германию полный чай в 2000 километрах к северу от Вильнюса в качестве официального географического центра Европы. Факты. Название Европы носит также остров, расположенный в проливе между побережьем Африки и Мадагаскаром. Названы в честь британского корабля «Европа», который в сочельник 1774 года впервые правильно определил координаты острова. Обе мировые войны начинались именно в Европе. Название «Европа» также носит